Привет, подписчик. Ну или не подписчик, как бы то ни было, рад тебя видеть на своем канале. Давай сегодня посмотрим вот такую игрушку, называется Planet Crafter. Это выживание на какой-то доброжелательной или не очень планете. Мы будем ее терраформировать. Так, вот у нас здесь есть такие режимы. Имя можно выбрать, Survival 1, пусть будет так. Режим игры стандарт, расслабляющий, напряженный, хардкор. Стандарт — это то, что надо. Место приземления — стандартное место. Великий разлом, песчаные водопады. Случайное место. Давай случайное место. Как карта ляжет, скажем. Так пусть и будет. И случайная зона высадки. А как играть? Загрузить. Все. Так, ну и вот, собственно, наша капсула, на которой мы прибыли на планету. Планета, конечно, недоброжелательная. Что-то все валится. Никакой растительности. Но это мы все поправим. Что у нас есть? Давай посмотрим. У нас есть вот такая штука. Мы можем здесь сделать кислородную капсулу из кобальта, бутылка воды, чтобы попить. Микрочип. А, это для фонаря. Добавьте этот чип, чтобы добавить фонарь вашему мультитулу. Ага. То есть в стоке у нас нету ни фонаря, ничего. Да, необходим микрочип. Что у нас есть? Вот сюда мы ставим, видимо, микрочипы. То есть это прокачка нашего скафандра. Ну, это наш рюкзак. У нас есть ящик для хранения. Что у нас тут? Семя лирмы, космическая еда, вода. Ну давай возьмем с собой маленькой еды, воды. Семя не будем трогать. Пойдем посмотрим, что здесь вообще такое творится. Так, что у нас? Собери рюкзак Т1. Вот слева есть задание. Экипировать рюкзак, собери кислородный баллон, экипировать кислородный баллон и микрочип. Ну давай этим займемся. Очень много ресурсов различных раскидано. Железо, алюминий, что тут еще есть? Железо опять. Так. Вот у нас железо, алюминий, железо. Но крафтить мы можем только там, у себя дома. То есть, где попало, скрафтить не получится, к сожалению. Титан. Внимание, низкий уровень. Ух ты, я же помираю. Надо скорее бежать. Да, с таким маленьким кислородным баком, конечно, не разгуляешься. Приходится прям постоянно здесь бегать, дышать. Ну ничего. Что мы можем скрафтить уже? Кислородная капсула, бутылка воды, чип. А, вот мы сможем рюкзак. Давай-ка рюкзачок сделаем. Рюкзачок, это то, что надо. Вот он. Как его? Вот, я его одел, у меня увеличились слоты. Было вот так. 12, стало 16. Отлично. Что дальше? Собери кислородный баллон. Что нам надо для баллона? Вот он. Кобальт, железо, магний. Ну, пойдем. Магний нам надо. Титан тоже пригодится на самом деле. Кремний. Вообще, я думаю, надо собирать все, что лежит. Все, что есть, мы будем сейчас юзать очень жесточайше. Вряд ли будет что-то такое, что нам будет лишним в этой игре. Потому что здесь на планете нет просто ни хера. Вот, пусто. И получается, что нам здесь придется вообще восстановить жизнь, скажем так. Внимание. А, инвентарь пол. Понял тебя, понял. Рюкзак, конечно, мы увеличили, но Т1 это все же не предел мечтаний. Так, что мы можем теперь сделать? Фана нет, не хватает. Вот микрочип разборка. Экипируйте этот чип, чтобы иметь возможность разбирать объекты с помощью мультитула. Ага. Это, конечно, надо, но мне пока разбирать нечего. Кислородный баллон. Вот, кислородный баллон нам надо. Кислородный баллон экипировать. Как? Вот так. Теперь у меня воздуха стало 145, а было? Было 100. Ништяк. Что дальше? Соберите микрочип строительства и экипировать. Строительство. Вот он. Кремний, магний, магний нужен. Кремний, магний, магний. Пойдем поищем.
Так, на Shift мы можем бегать. Я думаю, нужно перемещаться бегом. Здесь медленно ходить не вариант вообще, потому что кислорода мало. Прогуливаться будем потом, когда сделаем из этой планетки уже красивую такую, жизнерадостную, удобную для жизни, комфортную планету. Вот тогда будем ходить спокойно, пешком прогуливаться среди оазисов. А сейчас надо побегать. Так, иридий... А, инвентарь. Все понял. Надо уже что-то поскидывать, потому что там у меня много всяких вещей, которые мешаются. Но я их использовать не могу. Рюкзак Т1 нам уже не нужен. Баллон Т1 не нужен. Короче, магии надо. Выкинем сюда что? Выкинем сюда иридий. Я пока вообще не знаю, что с ним делать. А, ну и все, как бы. Что еще есть? Прочитать сообщение. Ваша миссия — ускорить процесс терраформирования этого мира. Для этого создайте О2, тепло и давление. Сначала наберите 175 тысяч Ti и создайте синюю атмосферу. Окей, будет сделано. Делов-то синюю атмосферу вот из этого желтого говна сделать, это мы можем. Алюминий, кремний. Что мне надо было? Лед. Что-то мне надо было, но не это. Кремний. Кобальт. Вот кобальт мне вроде бы нужен был, да? Кобальт, нет? Не кобальт. Нет, не кобальт. А что мне нужно было? Титан. Титан. Железо. Что у нас еще есть вообще? Кремний. Ладно, кремний возьмем. Так и быть, уговорил. Ух ты, там какой-то ящик. Ну, за ним далековато идти, надо подышать сперва дома. Лед, давай возьмем. Лед еще не брали ни разу. Так, я думаю, пора возвращаться, потому что кислородный бак уже совсем пустеет. Соберите жилой отсек, соберите дверь жилого отсека. Ура, сейчас мы будем еще делать домик, кстати, с тобой. Посмотрим, как это все строится, обустраивается. В принципе, место для домика, конечно, неплохое. Если какие-нибудь бабайки будут нападать, я не знаю, есть тут в этой игре бабайки или нет, могут быть так-то. Но если они будут, то в принципе можно отбороняться от них неплохо. Здесь такая стена, тут обрыв. Турельки тут наставим. Враг не пройдет. Так, что надо было? Вот этот магний мне нужен, вот. Магний. И, кстати, можно уже попить водички. Давай-ка мы с тобой попьем. Хавать пока, наверное, не будем. Тут выкидывать нечего. Место все занято. Та-та-та. Ну, давай тогда за магнием. Нам нужно два магния срочно найти, чтобы дальше продвинуться. У меня как раз два места в слотах есть. Титан. Все остальное подбирать не буду, потому что... Ну, уже просто не лезет. Понабрал всего. О, магний. Иди сюда, мой сладенький. И вот еще один такой надо найти. И все. И тогда будет так классно. Тогда будет все просто зашибись. Магний. Магний как-то, видимо, в дефиците на этой планете. Либо я в таком месте заспавнился. Не очень... Магний обильным. Как-то здесь этажами все устроено. Во, вижу, вон магний. Да, это же магний. Это магний. Здравствуй, магний. Теперь главное не сдохнуть и добежать до своего домика. Ох ты, как я далеко ушел. А у меня нет кислородного баллона с собой. Да, сейчас будет, конечно, классно, если я сдохну. Прямо на старте своего выживания. Тут же и откинул копыта. Но я успел. Так, микрочип строительства делаем. Развиваемся максимально быстро. Микрочип строительства применяем. И теперь мы можем строить, да? Соберите жилой отсек, дверь жилого отсека, бурты 1, ветряная турбина и экран терраформации. Найс. Давай сделаем базу.
как это делать, как это строить. И правая кнопка, что? Игра, как ты работаешь, как строить? Мне... А, вот. На ролик, короче, чтобы ты знал. Можно менять инструменты. Это у нас добыча ресурсов, а вот так строительство. Ага. И дальше что? А как строить? Эй, вы дали мне нерабочий инструмент. Давай-ка посмотрим в настройках. Строить, добывать, повернуть, сменить. И чё? А, вот, меню строительства Q. Для тупых все написали. Спасибо. Так, что нам надо? Жилой отсек надо, дверь жилого отсека надо. Станция такая, флуоростенд, бур. Вот это нам надо было тоже построить по заданию. Ну, давай для начала жилой отсек. Так, подышим. Чё там надо было для жилого отсека? Два железа. И для двери еще одно железо. Мы пойдем сейчас за железом, короче. Железа вот здесь было много снизу, я помню. Титан. Короче, пока не буду подбирать то, что мне не нужно прямо сейчас, потому что мне это даже складывать некуда. Какой смысл? Вот буду брать все то, что только надо прям. Потом, когда обзаведусь ящиками, когда можно будет все это барахло складывать, вот тогда начнем. Все, что плохо лежит, все, что не прикручено, все, короче, собирать. Все, что прикручено, будем откручивать и собирать тоже. Это мы умеем и практикуем. Кремний, ладно, тоже возьмем. Я думаю, пригодится. Лед вроде бы нам пока не... Ух ты, там кораблик какой. Это интересно все. Вот я думаю, где базу-то строить? Где-нибудь вот тут, может быть. Прикольная такая поляна. А может, прям сейчас можно ее поставить? Ну-ка, давай. Ну-ка, ну-ка. Вот так вот. Оба. И дверь сюда. Оба. Ну-ка. И здесь подушим. Вот я классно сделал. Ну все, это будет наш домик. Что мы можем здесь? Что мы можем вообще тут делать? Нам нужен был экран терраформации. Да? Да. И экран чертежей. Да, как-то конура, конечно, маловато, ну ладно. Давай сделаем экран терраформации, экран чертежей. Нам надо для него железо и железо. Титан. Туда, если что, я сгоняю попозже, подберу, что там у меня в ящике осталось. Оно не пропадет. Там какая-то еда, вода. Я думаю, это не проблема добежать. Здесь мне как-то нравится больше жить, хотя... Сейчас подумаем, может, переедем куда-то. Мне бы хотелось на какой-то возвышенности жить, чтобы вид был поинтереснее, скажем так. Вот там прикольно. Какие-то строения там виднеются. Опачки. Здорово, ящик. Что у нас тут есть? Космическая еда. Давай поедим, в принципе. Сразу. Магний берем. Железо берем. Ну и все. Опа. Срочно дышать. Кислородный бак вообще критически маленький, конечно. Надо его максимально быстро стараться увеличить. Потому что вот с таким баком выживать, ну это вообще никуда не годится. Это прям как-то... Прям сложно. Далеко не побегаешь. Приходится постоянно возвращаться. Так. Нет, здесь мне все-таки не нравится база. Что-то капает постоянно вон. Давай, наверное, переедем. Переедем. Куда только, вот вопрос. Все какое-то здесь низкое. А я же хотел быть на вершине. Чтобы сверху наблюдать за всем происходящим. Вот здесь, в принципе, смотри, ничего не капает. Вот здесь вот
Здесь можно, кстати, замутить базу. Я думаю. Давай, наверное, вот здесь. Просто там место стрёмное, а вот тут... Тут будет хорошо. Как там строить? У нас есть еще фундамент. Вот я предлагаю с фундамента начать, потому что... Без фундамента оно как-то выглядит... Ну, не очень. Скажу тебе. А, у нас кончилось железо. Нет, не кончилось. Опять дышать. Да что такое? Сколько можно? Чего ж ты не надышишься все? Так, сейчас я предлагаю, что? Этот домик разобрать. А, у меня нету разбиралки еще, да? У меня только микрочип строительства, а нужен микрочип разборка. А его как делать? А его надо делать идти домой. Пойдем, сходим. Нужна разборка. Слишком рано я, конечно, обрадовался, что окончательно свалился ты первоначальной стартовой базы. Но ничего-ничего. Сейчас у меня там будет домик с блэкджеком и так далее. Как тут микрочип? А вот, пожалуйста, микрочип разборка. Готов. И теперь я могу разбирать что-то, да? Еще есть фонарь, но фонарь мы пока не можем делать, у нас не хватает. Бутылка воды, кислородная капсула. Так, может нам сразу из ящика что-то взять? Что у нас есть? Еда, вода. Еда, вода. Давай возьмем еды маленько. Ириди вообще пока ни для чего не нужен. Это все пусть лежит. Вот возьму одну еду, одну воду, две. И мне хватит. Что у нас? Лед. Воду, наверное, можно выпить даже. Вот так вот. Сразу здесь сделаем воду про запас. Чтобы не в виде льда ее таскать, а в виде воды. Так, ну все, в принципе, все, что надо было, я здесь взял, сделал. Это что у нас? Алюминий подберем. Нечего тут валяться. И пошли обратно. Сейчас разберем свой старый домик. План такой. Перенесем домик на новое место. Ну вот здесь в пещере реально жить как-то стрёмно. Там все-таки на открытом воздухе. Я, правда, не знаю, есть тут воздух или нет. Но все же. Там как-то пободрее. Подышим обязательно. Теперь разбирать. Как там разбирать? О! До свидания. А, инвентарь полон. Да окей. Сейчас мы построим, и все освободится у нас. Инвентарь. Так. Строительство выбираем. Берем жилой модуль. Не понял. Понял. Вот так вот, да? По кайфу? Так вот выглядит ничего, красиво. Ну, я думаю, вот отсюда будет дверь. Здесь мы будем заходить. Так. Дверь. Все. Тут я понимаю, вот это вот уже похоже на дом великого терраформатора. Ага, железа у нас больше нет. Надо сходить подышать. Как всегда. Самая главная проблема в этой игре — это надо дышать. Что у нас тут насваливалось? Титан, кремний, железо. Оп, магний. Идем сюда. Титан. Что нам надо дальше? Бур Т1 и ветряная турбина. Ну, бур. Бур. Бур, кстати, уже можно сделать. Вот здесь вот где-то начинаю бурить. Мне кажется, вот отличное место для буровой. Прикольно так выглядит. Ну, как будто он не работает пока, да?
Ну да, и индекс тереформации тоже не двигается. То есть нужна еще турбина, чтобы запитать все это дело. Железо нужно. Понятно. Сейчас мы пойдем с тобой добудем железо. Надо прям побольше добыть. Штук 5, если получится. Потому что у меня его совсем нет. А оно тут такой прям ходовой. Ходовой товарчик. Железо. Ресурсов здесь до хера, конечно. Это так классно, что я перешел из той пещеры. Это я вообще молодец. Смотри, как много ресурсов. Все, что хочешь. Вот тебе железо. Вот как в магазине прям. Все лежит. Ходи, подбирай. Еще и... Ну, небо, конечно, такое. Так, полные. Так, сейчас начнем терраформацию. Сейчас как затерраформируем все это. Будет вообще просто. Планета лучшая. Лучшая в этой космической системе. Как интересно называется эта система? Если ты знаешь, напиши в комментариях. Я потому что в этом лоре игры не силен. Пока нигде не было ничего написано. Но может быть нам попозже расскажут на самом деле. Турбина. Турбина, турбина. Вот она, турбина. Сейчас нужно решить, где у нас будет электрическая вся тема стоять. Давай, наверное, вот сюда вот поставим. На подставочку рядом. Вот так вот. Вот, красота. Единственное, мне не нравится, что вот здесь отсутствует у нас платформа. Нужно ее тоже доделать. Чтобы было все вот так четко по фэншую. Ну кайф же. Что-то темнеет. Что за планета? Это какая-то зеленая, это какая-то красная. Очень все интересно, но ничего не понятно. Что надо делать дальше? Собери экран терраформации, собери экран чертежи. Кстати, индекс терраформации пошел. Значит, заработал наш вот этот аппарат. Да. Давление, энергия. Ну, энергия это, видимо, сколько мы тратим электричества, киловатт в секунду. Я, правда, понятия не имею, сколько выдает ветряк. Но 0,5 киловатта мы тратим. Давление 0,2 нанопаскаля. Наверное, так. А может, мы можем вторую поставить сразу? Можем, давай поставим две. Во. А может, три можем? А на треть уже не хватает титана. А, зато можем ветряк поставить. Да, ветряк еще один поставим. Два ветряка и два лазера. Пока, я думаю, хватит. И индекс терраформации уже быстрее побежал. Повеселее. Во. Сколько оно выдает? Тут не пишет, интересно. Пишет 1,2 киловатта. Значит, если у нас выдает каждое по 1,2 киловатта, то у нас 2,4. А эти штуки тратят 0,5, значит, мы можем еще смело 2 поставить. Два вот этих бура. Угу. Они по 0,5 тратят, эти по 1,2. И у нас еще 0,4 киловатта останется на будущее. Нагреватель. Вот сюда нужен иридий как раз. Отошел я от темы, конечно, что нам надо было делать. Экран терраформации, экран чертежей. Давай займемся вот этим, а то мы что-то зависли с этими. Магний, кремний. Угу. Давай с терраформацией. Тут нам нужно железо. И для чертежей тоже нужно железо. Короче, опять железо, как всегда. Идем на поиски железа. Интересно сходить вот туда, в этот самолетик, конечно. Но что-то я подозреваю, что с нашим кислородным баком это вообще бесполезное занятие. Надо сперва расширить бак свой, а потом уже соваться туда. Вот этот ящик, кстати, можно использовать для хранения чего-нибудь. Пока на базе нету своего.
ящичка. Ну, добежать я сюда точно могу, а вот полутаться внутри. Так-то недалеко домик. Можно попробовать хотя бы осмотреться, что тут как. Это предыдущие какие-то космонавты сюда грохнулись на самолете или что это? Так, я понял, бежим. Успею, интересно, добежать, не сдохну. Давай, делай ставки. Что-то мне подсказывает, что не успею. Не успею.